мангал в форме советского грузовика 1930-х годов, ГАЗ АА, полуторка. Современная технология замены старых канализационных труб с использованием практически вечных полимеров. Телескопическая чердачная лестница, которая легко складывается и удобно убирается на чердак. Самодельная простейшая и в то же время универсальная орехоколка для любого размера и типа ореха. Реальная модель вечного двигателя, представляющая собой непрерывное вращение на основе разбалансировки колеса грузиками в каждом из четырех его секторов. Удивительная кинетическая скульптура «Циния», построенная на станке с ЧПУ, имеет два вращающихся в разных направлениях колеса, создающих визуальный эффект муара. Самый большой мотоцикл в мире, массой более 4,5 тонн, с двигателем от танка Т-55, мощностью 620 лошадиных сил и объемом 38 литров. Построенный в военном стиле немецкими мастерами еще в прошлом веке, имеет русские черты в виде герба СССР.
Замена аккумулятора на грузовом электромобиле прямо на пункте разгрузки. Самодельный снегоход «Каракат» с приводом от бытового двигателя. Прекрасный вариант для зимнего активного отдыха, охоты и рыбалки. Гигантский винтажный дом на колесах Camelot Cruiser, построенный на базе грузовика Ford C750 1974 года. Всего было построено три подобных автодома, один из которых дожил до наших дней и был отреставрирован. Интерьер автодома не изменился и напоминает уютный дом с ковровым покрытием и виниловой мебелью. После реставрации трейлер с пробегом всего 51 500 км был выставлен на продажу за 133 000 долларов. Немецкий гусеничный снегоход Mercedes-Benz 1980-х годов. Имеет крепление для лопаты и использовался как снегоочиститель на горнолыжных трассах. Приспособление для высадки рассады, делающее процесс посадки быстрым и удобным. Самодельный прицеп для перевозки тюков сена или соломы. Самодельный окучник с приводом от бензопилы «Бригадир» с двухступенчатым понижением оборотов, что способствует работе бензопилы с максимальной мощностью при умеренной скорости движения.
Китайский лайфхак в использовании коромысла как более удобный и практичный способ полива сразу из двух леек. Редкий старинный кукурузоуборочный комбайн 1966 года на базе трехколесного трактора Ford 4000. Идея быстрого получения отверстий в укрывном материале с помощью нагретого огнем цилиндра. Спасибо за просмотр. И если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.